перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Мы в Новосибе, готовимся к концерту. Сейчас подождем, пока набежит побольше людей. Братан, есть зарядка от айфона? Нет, я тебя спрашивал. А у тебя ни в сумке, ни, нигде нет? Бля, у меня 3% сейчас. Че, как альбом? Какие треки зашли больше? Бля, у меня тоже нет зарядки, это палево, пиздец. Что делать? Можешь сходить спросить, пожалуйста? По-любому у Сани есть. Что мне еще батарея сядет, мне. Она типа садится быстрее, Слава. Зарядка, да, вечная проблема, когда не заряжаешь телефон вообще. Алло, Санек, заряд, что отвлекаю. Ни у кого нет зарядки. Как я понял, серпантин большинству зашел. Больше всего. Еще компас 25 и миражи. А мы в Новосибирске. Сегодня это первый город, в котором будет полная программа. А дальше в любой город, в который мы будем двигаться, будет полностью прям. Весь альбом, старые треки и так далее. На самом деле, хотелось бы, конечно, еще больше над ним посидеть, но, к сожалению, за временных рамок просто не получалось. У меня был выбор выпустить его сейчас, добив до конца, либо в феврале, когда я вернусь и так далее. Но, понятное дело, что до февраля я тянуть тупо не хотел. Поэтому сделал на максимум для того, чтобы сейчас он был максимально близок к тому, как я это видел изначально. Вижу несколько сообщений насчет Тюмени. В прошлом году у вас было мега круто. Я думаю, в этом тоже. Сегодня у нас самый, кстати, большой концерт в регионах пока что по статистике, так что нужно будет разъебывать. А что, Санек сказал, принесет, да? Да, когда он там. Может попросить Ваню, чтобы он сходил, он что там тоже находит? Что у меня батарея сядет прямо сейчас. В Омск, что, мы в Омск уже сегодня выдвигаемся, так что. А еще в первый раз в Казахстане буду буквально через, по-моему, послезавтра. Кто из Новосиба есть сейчас здесь? Или все уже в зале? Это не студия, нет, это бэкстейдж, гримерка. Саша, привет. Еще раз спасибо тебе за такую крутую обложку и возможность поработать. Я думаю, мы с тобой обязательно еще сработаемся. Когда выпущу «Мысли в потолок», на самом деле нужно бы это сделать, но я почему-то так и не продолжил его писать. То есть вот сниппет, который есть в интернете, вот на этом этот трек и закончился. Нужно его переосмыслить, прошло все-таки почти полтора года, а с момента, как я его написал, еще больше, поэтому, мне кажется, нужно немножко подумать над его звучанием, потому что я не думаю, что он соответствует тому, как я вижу себя в данный момент. Но выйдет, наверное, обязательно, но я думаю, весной, может. Когда новый альбом пишет? Нормальные люди? Новый альбом, я не знаю, через года полтора. Сейчас я уйду полностью в какое-то переосмысление, синглы, клипы и так далее, но альбомов... Я просто не хочу делать альбом ради альбома, и многие приурочили этот альбом к этому туру, но это не так. Я писал альбом, потому что я считаю, что к
как бы, у любого артиста должен быть альбом, у меня ни разу его не было, и мне хотелось высказаться, и вот поэтому появился альбом. Так получилось, что он вышел к туру, но никак иначе. Хабаровск весной обязательно приедем. Как отношусь ко встречам в аэропорту? Блин, смотри. Иногда это круто. Так вот, я не знаю, если я ответил, потому что связь была прервана. В общем, иногда прикольно, когда ты... Йоу, я вернулся. Надеюсь, связь не будет подводить нас в этот раз. Взял зарядку. Так, что там, кто ждет, в каком городе? Кто придет на концерты? Как альбом? Давайте все обсуждать. Сегодня у нас трансляция будет посвящена этим вещам. Я сейчас в Новосибе, в гримерке. Жду выход через полчаса на сцену. Калининград. Мы были в Калининграде весной прошлой, так что следующей весной приедем. Алматы, да, тоже очень жду. Думаю, что там будет все круто. Почти уверен. В столе песен законченных ноль. В Питере я буду 2 декабря. В Ярославле я вроде еще не был. Мы же не были в Ярославле. Были, Димас? Да. Когда? В прошлом году, то есть, типа, что, осенью прошло? Да. Проверь по графику. Мне кажется, у нас есть Ярославль сейчас. Нет. Нет? Москву я сам жду. Надеюсь, в этот раз будет без сюрпризов, как в прошлом году. Точнее, на прошлом концерте. Тверь пока что не звали, не знаю, планов пока что вроде нет. В Алмате разъебем, да. Да, я в каждом городе стараюсь разъебать, просто не все зависит от меня, от публики тоже. Но пока что вот у нас получается всего лишь, что было 2 концерта в рамках тура, и вот сейчас 3. И пока что было мясо просто. В сравнении с первым туром год назад, это просто небо и земля. Как бы я в первый раз, в принципе... Получаю кайф просто от того, что я выхожу на сцену и делаю то, что мне нравится. Окей, в прошлом был, сейчас нет в туре, оказывается. Значит, будет в следующем, я думаю. Интересно, что сегодня будет. Успел ли кто-нибудь вообще выучить текста или нет? Я абсолютно Даник, кэнкшит. Следующий альбом не скоро. В ближайший год-полтора, я думаю, никаких альбомов. Но подгоны, естественно, будут. То есть я по-прежнему буду работать над музлом. Просто... Наверное, буду экспериментировать еще больше. Мне просто нравится работать, выходить за рамки там, какие-то определенные. Потому что даже если взять то, что я делал там 2 года, 3, а тем более 5 лет назад, и то, что я делаю сейчас, я говорю в плане даже типа не там, какого-то качества или еще каких-то других аспектов, а именно просто по жанрам и в целом по экспериментам, это, наверное, все-таки небо и земля. А раньше я был немножко все-таки зажат в какие-то рамки, а потом в один момент понял, что рамок-то нет. Можно делать что угодно, и мне это просто стало очень нравиться, поэтому я думаю, что я буду выпускать синглы, клипы и так далее. И стараться во всем делать как бы что-то новое, что ли, я не знаю. Ну, для меня как минимум.
Экранизации будут, да. Уже одна есть. То есть мы сняли уже один клип. И я думаю, мы еще снимем как минимум еще один. Может, и больше посмотрим. Над альбомом. Ну, у меня как бы... Я понимал, что я хочу сделать, я понимал, на какие темы я хочу поговорить, и плюс некоторые темы на, как бы, появлялись по мере написания альбома. А, на, как бы, вообще идея концепта и всего в целом, естественно, построена на там, личном опыте, но в целом она у меня уже была в голове даже до моего переезда, то есть там, я не знаю, до той же Фотоморганы я уже понимал, как примерно будет звучать мой альбом. А, писал я его, наверное, месяцев 8. Да, 8-7 месяцев где-то его писал. В мыслях он был еще за месяц 2-3 до. То есть, ну, в целом, я не знаю, ну, год, наверное. С начала первой идеи до вот реализации. Даже чуть больше получается. Фотоморгана-то вышла в августе, получается. Но я даже не считаю там то, что... Нет, тогда я только знал название, на самом деле. Так что да, я бы сказал месяцев 8. Краснодар я сам очень жду. Мега крутой концерт в прошлом году, и я думаю, что в этом будет не хуже. Точнее, точно не будет хуже. Да, мы в подземке находимся. Салют, Уфа. Кстати, в Уфе, наверное, в прошлом году был самый... Блин, я пытаюсь вспомнить. Да, наверное, один... Ну, точно один из самых слабых концертов. Пытался слово правильно подобрать. То есть не думайте, что я просто хвалю все сейчас свои концерты, потому что это, естественно, не так. Есть свои плюсы, есть свои минусы, но в Уфе просто как-то не очень все было. Надеюсь, в этом году мы справимся все вместе. Новый альбом будет в каждом городе с сегодняшнего дня. На самом деле, я, кстати, в прошлых, вот, получается... Сколько у нас концертов было в туре? Я говорил до этого два. Их было два или три? Нет. Вот уже концертов в этом туре было сколько у нас? Подожди, был Красноярск, был... А, ну это третий сейчас. Красноярск, Томск и Новосибирск, правильно? Короче, к чему я это вообще все говорю? А, на первых своих концертах, получается, на первых двух я показывал... Красноярск, Кемерово, Томск. А, сорян, три было концерта, да, Красноярск, Кемерово и Томск. Вот, в общем, очень круто, что я, конечно же, показывал там материал с альбома, пусть не полностью и немножко, но я исполнял его вживую, и очень круто, что я со сцены просил не сливать видосы в сеть, и каждый человек, который пришел на концерт, послушал и действительно не слил. Я просто такого не ожидал, потому что есть, естественно, человеческий фактор, какие-то определенные моменты, когда люди просто... Ну, то есть, допустим, условно говоря, через там... Ну, прошло через эти три концерта, там, может, я не знаю, сколько, косарь с небольшим людей, да, и ни один из них не подумал о том, что вот я сейчас солью этот трек, и все типа охуеют, потому что это новый трек, его никто не слышал. Ну, просто банальный человеческий фактор, повыебываться. Никто этого не сделал, это очень круто, что мой слушатель меня понимает. Потому что даже я не знаю, как бы я поступил, когда... Особенно если там тебе нет 18, и ты, в принципе, не понимаешь определенных моментов, не ценишь труд, потому что... Не пришлось еще трудиться и так далее, и ты можешь легко слить, не думая, что это там повлечет за собой какие-то последствия, и этого не было, это мега круто. Я даже не знаю, какой лучший трек с альбома, я так не думаю такими критериями. Есть трек, который мне нравится больше, это определенно «Серпантин», просто потому что он самый, наверное, искренний, и он круто заканчивает как бы мысль общую. Потом мне нравится «Компас», определенно. «Без тебя» и «25». Я, наверное, вот эти четыре трека выделю.
«Миражи» я до последнего думал не брать. Это последний трек, который я написал, и я подумал, что он немножко выделяется на общем фоне, но в итоге я тоже вижу, что он там по рейтингам в топе находится, так что все-таки не зря. Еще круто, что получилось все-таки сделать альбом полностью сольным, потому что я в один момент поймал себя на мысли, что у меня много совместных работ, особенно за прошлый год, и толком нет сольных. Начал думать о том, что это немножко разбавляет все-таки мое творчество, и вот получилось сделать все сольно. Значит, «Компасы», согласен, да, это определенно один из моих любимых треков на релизе. Всем привет, кто только подключился. Мы здесь что-то общаемся по поводу релиза и вообще всего в целом. Я не так часто выхожу в онлайн-трансляции. Я думаю, нужно эту традицию все-таки поддерживать и периодически выходить. Насчет интрухи, да. Ну, как бы, знаешь, мне кажется, он просто будет очень круто звучать на концерте. Сегодня мы это как раз-таки проверим. Я бы не сказал, что это законченный трек. Это все-таки как погружение в общую атмосферу, но на концерте он точно будет залетать. Насчет Одессы, я уже был у вас, ребят, 3 раза за последние 3 месяца. И я думаю, что сейчас я вас буду через, не знаю, ну, следующим летом минимум, не раньше точно. В Нижнем мы будем совсем скоро. Насчет мерча, ребят, кстати, я так думаю, наверное, кто-то здесь из тех, кто находится в зале, сейчас спрашивает этот вопрос. Просто получилось так, что на фоне прошлых наших гастролей в этот раз мерч просто разлетается с какой-то невиданной скоростью. У нас просто, то есть, весь запас мерча разлетелся за первые 2 концерта, не говоря о том, что это не были там самые большие концерты, как, допустим, сегодня вот, людей в раза 2 больше, чем в прошлых наших городах, но тем не менее мерч разлетелся, и мы ничего с этим поделать не можем. У нас остались определенные вещи, они, по-моему, там около входа ребят стоят. Можете подойти посмотреть, но следующий... Мы исправляем ситуацию, уже все заказано, к нам в Екатеринбург приедет много мерча, в Казахстан мы тоже досылаем уже заранее, но сегодня и завтра, ребят, придется потерпеть. Во Владик обязательно залетим, я уже говорил, следующей весной. В Казахстане не был, хотя у меня есть родственники оттуда, но я как-то почему-то не бывал. Благовещенск, я, кстати, там был в детстве, когда-то давно, просто так. Тусить на концерте под депрессивные треки вы поймете на концерте. Мне кажется, хоть они и депрессивные, но они достаточно подвижные, что ли. То есть просто ритм песни не даст людям просто так стоять, я почти в этом уверен. Естественно, есть исключения, но это сделано специально. То есть, допустим, песни как «Без тебя», само собой, я не ожидаю, что люди будут под них там колбаситься и так далее. Это и не нужно. Они, как бы, это песни с разной атмосферой и разным настроением. Где-то будут фонарики, где-то будут картину. Давай, сейчас мне что-то принесли, подарок, давайте посмотрим. Да, я еще в лайве. Да. Смотри, сейчас мне что-то принесли, походу, дела. Ты не против? Я просто сейчас в лайве общаюсь в Инстаграме, ничего страшного. Мне принесли подарок, сейчас будем смотреть, что это такое. Димас сидит, все сидят. Пошлите посмотрим. А можно посмотреть? Привет. Сейчас давай сюда подберем, а то тут связь плохая. Света? Покажи, что у нас есть. Смотрите, Света нам нарисовала картину.
По-моему, круто. Тоже выложен рисунок ваш менеджер. Да? В Инстаграм добавила. Прикольно. У меня уже как на поле чудес просто весь дом завален такими штуками, но я каждый раз их сохраняю, никуда не, не теряю, стараюсь не терять. Я рисую всякие эскизы, да? Штуки. Это как бы называется по-русски, если пуантель, да. Техника точечное рисование. Ну, то есть, как бы, это вот рисунок рисуется около 10 часов. Угу. Ну, я не знаю. Точно, да? Да. Я не знаю, круто. Видите, ребят, все точками сделано. Офигенно. Ну, как бы, некоторые, наоборот, негативно отзывались. Незнакомая техника, ну, для людей. Как бы, ну, не узнают, как бы, не понимают, как это создается. Ну, как бы, вот, я беру, допустим, фотографию, приближаю, да. И на расстоянии, то есть... Поточечки рисую портреты. Это очень круто. И, ребят, вам на заметку в будущем, потому что это действительно приносит много подарков. Старайтесь делать их действительно вот миниатюрными, такими примерно, да, то есть, потому что просто иногда приносят картины нереальных размеров, и нам их некуда деть. Ну, то есть, типа, они иногда тупо не вмещаются даже в этот чемодан. Удобно нести, если будет огромный. Спасибо тебе большое, очень приятно. Спасибо. Я обязательно воспринимаю. Я тоже стесняюсь, мы все стесняемся. Я хочу сказать личную вещь. Ты хочешь сказать личную вещь? Сейчас я передам камеру, в общем, Диме. Прошу любить и жаловать. Это мой один из лучших моих друзей, мой менеджер по совместительству, все вообще, что помощник со всем, что вообще происходит в моей жизни. Пообщайтесь с ним немножко, пожалуйста. Здорово, народ. Я не знаю, что я тут забыл. Эй, связь плохая. Короче, я пару минут поподменяю Марка. Сейчас посмотрю, чего тут спрашиваете. Питер в 2018-м, но учитывая, что мы там базируемся, то да, собираемся. Привет, Дина. Не, Диму не надо, да я сам здесь не рад быть, я так держусь. Привет, жена. Привет, Юля. Эй, Леха. Да, короче, тут весь Грин Парк собрался. Все круто. Так, как у меня дела? Да у меня-то нормально. Че, я вообще реально, типа... Я думаю, что вообще вся команда Марка, которая участвовала в этом альбоме, она не маленькая, сегодня выдыхает и празднует. Потому что работа действительно была большая, и мы очень долго ее делали. Привет, привет. Всем салюты. Так. Марк, если тебя долго не будет, то я просто буду стоять и молчать. Не знаю ли, планируются ли клипы. Клипы точно планируются. Марк очень любит делать крутые визуализации, так что я думаю, что скоро он нас всех порадует. Мне так кажется.